Сегодня сутки, уважаемые зрители, у нас очередная миссия наркотеррора. Миссия началась очень активно, скажем так. И пока я ее запустил, набежала толпа, не успел включить запись. Вот тут уже десяток положил, машина сгоревшая. Ну, неважно. Мы, походу, еще многим покажем, где раки зимуют. Блин, нас как ограничили в условиях. О, камикады. Чувак просто завис. Смерть у нас получилась. На первый раз была аптечка. Ну что же. Все, обои, да мне тут жизни, как говорится. Жизнь-то фонарь. Конечно, с таким же тлом. Так. Попробуем бронебойными или чем я тут стреляю. С обычными патронами я не знаю, сколько раз я здесь попробовал. Напряженочка. Блин, как это? Сюда зайти нельзя так. Чего-то я здесь. Блин, тут эту херню какую-то нажать надо было. Ух, вовремя, у нас такая нон-стоп. О, это моя любимая вариация.
Аптечка. Умер. И вот гранаты закончились. Блин, кто-то мне в этом уровне вообще не нравится. Как мне с танком справиться? Что, вот так вот просто? Я, честно говоря, даже не рассчитывал, что его можно убить с пулемета. Чувак, только с вертушки. Прервали на секундочку. А что это наша лодка? Они что-то то ли я чего-то в этих уровнях уже не понимаю, то ли за счет чего я тут должен выживать. Я, наверное, что-то тут уже не догоняю. За счет чего здесь надо выживать? Я в этой миссии уже умер, наверное, больше, чем во всех остальных.
Ну, в общем, я думаю, я правильно поступил. Уф. Прям это... Блин. На люке не подсвечивался кружочек. Ну и что ли, я не в духе? Прикольно сделано, через двери валить можно. Ножами самые опасные чуваки. Вот аптечку забрать. Ух ты, я не думал, что сюда залезть можно.
как-то так. Zoe, sweetheart, are you okay? Daddy, Daddy, I was so scared. Папочка. I knew you'd come. Of course I would, honey. Где ты, деточка? Get out of here. Follow me. Это кто за кем следует? Кажется, в следующей комнате будет больше. Я же уничтожал одну подлодку. Ненормальный гринго, это точно. Какой-то такой уровень. Сделаю сиротой твою дочечку с удовольствием. Кто из нас лучше, сейчас выясним. Что, сдурели? Фух, ну я, в общем, всех перебил. Осталось убить этого. А он еще начал. Ну, в общем, ребята, вот посмотрите, что здесь творится. Это уже второй этап. Я не знаю, какой идиот придумал эту игру. Но это, блядь, это не знаю, это надо... Что здесь надо уметь делать, чтобы пройти вот это вот. Они все же не убиваются, это же все ж бронированные ребята. То есть, не знаю, короче. Буду я тут долбаться или нет, но это просто издевательство над психикой. Вот, ребята, я тут немного разгребся. Не спрашивайте, как. Дальность больше, но это не последняя волна. Тут хотя бы птички уже начали появляться.
аптечка вроде не исчезает, у меня здоровье вроде тоже. Блин, подобрал аптечку. А, здесь еще есть одна. Так, он уже покраснел. Пробовать его вот так поближе к нему находиться, но без остановок. Так я вроде попадаю лучше в него. Блин, люки там мешают. Ребята, это было просто ужас. Кошмарный босс. Сначала убиваем всех маленьких, потом его, иначе никак. И вот наш итоговый счет.